Всем привет, друзья! Оля! Сегодня будем играть какую-то херобору под названием Бурито Бизон. Посмотрим, что из себя представляет эта игра. Вы обязательно, друзья, пишите мне комментарии, играли вы играли ли вы в эту игру, понравилась ли она вам. И вообще, давайте мне в комментарии советы, какие игры, обзоры, новинки там вы хотели бы увидеть на моем канале. Я нажимаю «Коснитесь», чтобы начать. И начинаем. Вот. Is that? Не понимаю, давайте, что это так, искать или что-то типа берем. Ну давайте, короче, все это сделаем, я не знаю для чего это. Ну, наверное, надо нам все это делать для нашего героя. Обязательно давайте сразу, чтобы нам потом легче игралось. Все, отлично вроде, да, теперь мы можем отправляться, я так понимаю, в бой. Короче, мы здесь будем играть за вот этого чувачка. То есть что-то типа Angry Birds, и сейчас должны... Ага, то есть получается, мы попадаем на вот эти желейных мишек, или кто бы они там ни были, и от них мы отбиваемся, и как можно дальше нам надо типа допрыгнуть. Я так понимаю, в этом вся загвоздка и смысл игры. И мы должны таким образом преодолеть абсолютно всю дистанцию, это вообще возможно. Я было пробовал, но что-то я всю дистанцию так и не прошел. Сейчас, ребят, будем стараться это сделать, но тут еще можно... Вот это нокаут, ребят. То есть, если мы попадаем, то мы как можно дальше тогда улетаем. Смотрите, бим, го, бом, го. Вот так, друзья. Интересно, мы в конце с него маску снимем или нет, как это бывает у настоящих рестлеров. Вообще, кто-то смотрел из вас рестлинг? Я когда-то смотрел. А вот по тому чувачку, если мы попали, получается, от его новые противники. Теперь ты можешь бросать вызов новым противникам. Вот так вот. Новым, а кому? Новым противником это кому? Я пока не встречал никаких здесь новых прям особо противников. Так, ну что дальше? Почему? Я нажимаю. В чем дело? Меня кидает какой-то магазин. Ага, вот как это все выглядит. Окей. То есть мы купили нового противника. Давайте этого хрюшу тоже, наверное, улучшим. Кто это? Какие-то мишки Гамми. А, типа мы сильнее будем от них отбиваться. Вот что это, скорее всего, значит. Так, все, вот это делаем. Теперь мы сможем допрыгивать как можно дальше. Будем стараться, ребят. Оп! Ты кто такой? А ну давайте сейчас его втащим. Грит. Это какой-то британик, видите? Название у него британик. Ого, 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 слушайте, ну, я думаю, давай, мишки Гамми, ой, убили одного, еще одного, слушайте, ну, если бы я там бегал, я бы не согласился на такую работу, прикиньте, да, просто бежишь дистанцию, мало того, что и так задрался, еще тебе по башке кто-то там стучит, это было бы вообще не весело. Коснитесь, чего коснится, ударный пилот, ну, коснулся, что дальше? А, мы касаемся, чтобы отбиться, ого, слушайте, я сейчас всю дистанцию пройду. Я забрал. Принято... А, пиньята открыта. Теперь тебе будет попадать... Вот так вот еще пиньяты будут попадаться какие-то. Кто ты, чудовище? Ой, мы врезали, да? По-моему, это как-то... Ой, еще раз. Ой, слушайте, ну мы, короче, отгансели по полной. Так, какую-то карту мы должны выбрать? Одна есть, вторая есть, третья есть и четвертая есть. Так, они что-то нам дополняют реактивные удары. А, это, короче, наши вспомогательные какие-то умения, я так понимаю. Лейтенант Бум. Это отмена. И опять какая-то новая карта. Хорошо. То есть мы выполнили типа какое-то задание. Ну, ну, новый рекорд. Конечно, новый рекорд. Мы далеко добрались, согласитесь. Оля! И... Бум! Это была пушка, ребят. Это была пушка. О, давай, на этого чувака отбиваемся, отбиваемся. Отлично, еще, еще. Так, все, разрушилось. Как можно дальше? Давай, давай, дружище. Давай, ты же рестлер, ты непобедимый здоровый мужлан, который должен пробить все своей головой. Но мы, по-моему, не так далеко... А, мы до конца дошли? Слушайте, мы, по-моему, всю, да, преодолели? Так, надо будет зайти в этот, в лобби, там новый, по-моему, нам доступен должен быть новый какой-то чувак, которого мы должны обязательно сегодня втащить. И... Давай, попадись, блин, где наши вспомогательные там какие-то... О, давай, на Б, на Б, есть, отлично. О, давай, на этого чувака, хорошо, принц, принц. Давай, давай, взорвались. Слушайте, а мы почти, да, нам чуть-чуть не хватило. Блин, ну вообще чуть-чуть не хватило. Так, давайте отправимся в магазин.
Так, итого, нам что-то новое доступно. Вот эти чувачки, давайте покупаем. Этого чувачка тоже берем. Кто-то сюда тоже. Все, да, по-моему? Ну, знаете, игра такая чисто, чтобы убить время, поулыбаться. Это как раз то, что нужно, я думаю. А мы ему сильно вмазали? Я просто не заметил. Ой, мы, по-моему, сейчас вообще мало пролетим, мне кажется. Давай, 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 еще на одного, давай, не останавливай. Ой, что тут за капкан был, вы видели, там капкан какой-то? О, взлетели, хорошо, отлично. А, подождите, смотрите, я нажимаю, и мы еще дальше, получается, отбиваемся. Так, давай, давай, до того, давай, долетай, есть, хорошо, выше. Выше, больше, так, добрались, отбились. Так, лейтенант Бум, коснулись. Взорвались. Я прошел всю дистанцию или мне показалось? Мишка карьеришка разблокирован. Вот так, друзья. Мишка карьеришка. Слушайте, где их так поназывали? Кто им имена дал? Фантазия явно не знаю от кого. Так, этого чувачка мы... Подождите, давайте сперва... Давайте вот так сделаем. Теперь ты будешь получать бесплатную понянку каждые 3 часа. Хорошо, если бы я знал, кто это и что вообще это значит. Было бы хорошо. Так, рогатка стала мощнее. Но этих чуваков мы вроде улучшать уже не можем. Ты куда пялись? Бум! Это была пушка. Слушайте, а можно ли его вмазать настолько, чтобы он сразу вырубился? Давай, как можно дальше? А, у него... Слушайте, смотрите, вот я сейчас нажму. Нажал. То есть мы еще можем нажимать, то есть он время от времени еще дополнительную какую-то атаку делает, если мы нажимаем на экран. Я об этом не знал. Так, я хочу сейчас как-то... давайте... Вот так вмажем. Слушайте, ну я думаю, мы хорошо мы вмазали, да? Так, нажал. Давай, давай, родной, давай. А, видите, когда накапливается у нас вот эта ракета какая-то, то мы, получается, можем воспользоваться умением своим. Все, только когда в левом, получается, углу вот эта линия наполняется, становится желтой, вот тогда мы можем воспользоваться каким-то там своим умением и дополнительный раз просто взять и отбиться. Так, давай. Бум! Так, хорошо. Отбились. Так, вроде попадаем на мишек, то есть, давай на баксы, ладно, на гранаты, ладно, не захотел он, короче, никуда. О, отлично. Коснулся, еще. Давай, как можно дальше, чувак, как можно дальше, пробивайся. Так, ну мы побили свой рекорд, да, ребят, по-моему, побили. Ладно, ребят, давайте на этом видео буду заканчивать. Короче, игрушка сама по себе как замануха, вроде как прикольная. И, в принципе, в нее можно поиграть. Она довольно-таки проста в исполнении, в реализации. И здесь можно даже с чего-то поржать. Ну, ребят, обязательно поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Вы были на канале Экспировид. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И обязательно пишите комментарии, какие следующие игры вы хотели бы увидеть у меня обзор. Возможно, есть какие-то новинки, которые я прозевал. Всем спасибо и пока-пока. Йо-ху! Изи.